Урматтуу кесиптештер, баштай береликпи же дагы киргендер барбы? Анда бүгүнкү вебинарыбызды урматтуу кесиптештер баштай берелик. 3-4 мүнөт өтүп кетти иштен. Бүгүнкү вебинардын алпарышылары мен тааныштырып кетейин. Мен өзүм Дабаев Кыргызбай Дүшөнбековичмин, педагогика илимдин доктору, профессор, КАОдо бир борбордун директоримин. Жанымда отуруп аткан Аманова Гүлнур Монголдоровна, педагогика илимдин кандидаты, ушул биздин борбордо лабораториянын жетекчиси. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү вебинарды эки тилде алып баралык. Орус жана кыргыз тилинде. Суроо-жооп орусча, кыргызча эки тилде жүргүзсөк болобу деп мен ойлойм. Эмне десеңер баардыгыңар жакшы билесиңер, орус тилди да жакшы билесиңер, кыргыз тилди да жакшы билесиңер. Биякта орус тилчилер да отурушат, орус тилчилер да отурушат. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, ошол вебинардын башталгандан мурун мен бир эки нерсени силерге айтып кетерим деп ойлойм. Эмне десеңер, баягы сүйлөп атканда микрофондорго жана тиги өчүрүлүп сүйлөгөндө эле микрофондорду ачып ошондой сүйлөгүлө. Суроолорду бергенде кыска нуска суроолор бергиле, биз да силерге ошол кыска нуска суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү темабыз, силер билесиңер, компетентностный подход в системе образования дейт. Эми презентацияны полностью биз жасабай эле коелук. Эмне десеңер, Нургүл Монголдоловна бир чоң презентация кылыптыр. Презентацияны компетентностный подход, компетенция деген эмне, мен башына мен бир эки сөз айтып кетейин. Урматтуу кесиптештер, эми компетентностный подход деп көптөн бери эле айтып келатабыз. Мына 70-нчи жылдардан тартып, 20-нчы кылымдан тартып ушул термин компетентностный подход биринчиден ушул в системе высшего профессионального образования кирилген компетенция, компетентностный подход. Анан ушул компетентностный подход мына 2010-нчы жылдардан тартып мектепке кире баштады. Силер билесиңер, 2014-нчү жылкы стандартта, мектептин стандартында уже компетенция деген понятие кирип, 3 ключевые компетенция белгиленген негизги стандартта. Билесиңер, 2014-нчү жылкы негизги стандартта ал баягы информационная компетентность дейсиңер, билесиңер, социально-коммуникативная компетентность, аны билесиңер, анан компетенция саморазвития и разрешения проблемы. Эми компетенция дегенде эмнени биз түшүнөбүз? Мындай да, урматтуу кесиптештер. Бизде ушул совет доорунда, я всегда говорю, в период советской цивилизации биз көбүнчө басым эмнеге кылчу элек? Билимге. Билим, билим, дагы бир билим. А силер билесиңер, азыркы мезгилде окусаңар керек маалыматты, 90% мектептеги билим турмушка кереги жок экен. Керек кыла албайт экен 90% билим. Демек мен ушундай айтат элем, көбүнчө эле ушул мектепте алган билимдер көбүнчө теория болуп, теориянын алкагында эле биз калып калат экенбиз. Демек мына 21-нчи кылымда бу ошондой уже андай окутуу такыр туура эмес болуп калды, туура болбойт. Эми үчүн ошон үчүн биздин программа стандарттар бүт баардыгы компетенция деген понятияга формирование компетенции деп азыр бүт жерде баардык өлкөлөрдө баардык жерлерде компетентностный подход формирование компетенции деген понятия аябай кеңири колдонуп келатат. Уважаемые коллеги, в мире, мен орусча кыргызча айта берейин, мен жана башында айтпадым беле, эки тилде мен сүйлөй берем. В мире сейчас выделяет и по линии ЮНЕСКО, и по линии нашего министерства, и по линии международных экспертов, выделяет несколько блоков компетенции. И эти компетенции вы, наверное, знаете, что сейчас, особенно в последнее время, выделяет понятие soft skills, наверное, слышали, мягкие компетенции, и hard skills, жесткие или твердые компетенции. В основу мягких компетенций, уважаемые коллеги, лежат 4К. Это что? Коммуникация, коллаборация — это сотрудничество,
критическое мышление и креативность. Конечно, мягкие навыки могут формироваться и другие. То есть мягкие навыки – это те навыки, которые должны в основном формироваться в системе школьного образования. Мы сегодня не будем говорить о вузовском образовании, но будем там частично касаться проблемы вузовского образования. Но в основном мы будем говорить вокруг проблемы компетенции, компетентностного подхода в системе школьного образования. Потому что в вузовском образовании как-то этот процесс уже почти, многие преподаватели уже начинают осознанно использовать формирование компетенции. Уже есть какое-то понимание проблемы компетенции и компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования. Но такого понимания в системе школьного образования, к сожалению, пока до сих пор мы не видим. Вот, казалось бы, наш школьный стандарт утвердили в 2014 году. Казалось бы, в 2014 году наш школьный стандарт утвердили. Но до сих пор, вот мы недавно, я ездил вот до коронавируса, я часто ездил в школы, встречался с школьными учителями, руководителями образовательных организаций. У нас как-то, вы знаете, хоть мы и перешли на компетенции, на компетентностный подход в системе образования, но, к сожалению, до сих пор у нас в системе образования, школьного образования, люди еще до конца не осознали проблему компетенции и компетентностного подхода. Что значит компетенция? Компетенция, конечно, в основе компетенции, прежде всего, конечно, это знания. Знания, которые в итоге становятся в умении и навыке, превращаются в навыки. Когда я начинаю объяснять слово компетенция и компетентностный подход, я всегда привожу слова Конфуция, или говорят это, в общем-то, слова, и другие мудрецы говорили об этих вещах много. Я привожу слова Конфуция. Ты мне скажи, я забуду. Ты мне покажи, я запомню. Но если ты будешь вместе со мной делать, оно останется у меня на всю жизнь. Значит, очень важно, оказывается, при формировании компетенции, очень важно является именно деятельностный подход. Хотя в советской системе образования, в советской педагогике мы все время говорили про деятельностный подход в образовании, но, к сожалению, оно в реальности не исполнялось. У нас был просто знаниевый подход в образовании. Везде, прежде всего, ставили знания. А вы знаете, что знания на сегодняшний день быстро забываются. Знания растут, как снежный ком. Особенно сейчас. Я вот приведу маленький пример, когда мы говорим про компетенции и компетентностного подхода. Только Google, уважаемые коллеги, в Гугле в течение 3 дней... проходит информация, равная с появлением первых слов человек, когда произнес, до 2008 года. Видите, только один Google. А сколько у нас таких? И Google, и Facebook, и другие соцсети, уважаемые коллеги. И поэтому я говорю, что компетенции, компетентно, когда мы говорим про компетентный подход, конечно, на одном вебинаре все это объяснить, все это растолковать, и почему у нас тормозит развитие компетенции, компетентностного подхода у нас в Кыргызстане, просто на одном вебинаре мы просто не сможем. Нужно ряд семинаров, ряд вебинаров, ряд, чтобы наконец-то на практических занятиях показать. Я думаю, что этот сегодняшний наш вебинар – это первое занятие. Первый вебинар в этом ряду вебинаров, которые будут посвящены проблеме компетенции и компетентностного подхода в системе образования. Особенно в системе школьного образования, уважаемые коллеги. Я еще раз хочу вам повторить, что в системе школьного образования у нас вот эта проблема очень сильно хромает. Вы поэтому, уважаемые коллеги, вы знаете, что хоть мы и определились, в стандарте обозначили формирование компетенции, что уже там понятие знания,
в общем-то, почти не используется, в основном формируется компетенция, хоть и мы уже работаем на компетентностной основе в системе образования, хоть мы и составили предметные стандарты на компетентностной основе, но, к сожалению, у нас в системе образования компетенция и компетентный подход очень слабо реализуется. В чем дело? Да потому что у нас в системе до сих пор очень сильно сидит знаниваемый подход в образовании, очень сильно. Вот традиционная система, и в основном наши вузы готовили именно по формированию знаниевого подхода. И в связи с этим я бы тоже хотел бы обратиться к руководителям высших учебных заведений, где готовят учителей, что они должны полностью пересмотреть свои стандарты, стандарты профессионального образования, чтобы там переориентировать на подготовку учителей, формирующие компетенции. Формирование компетенции требует особого подхода. Я бы сказал бы больше, уважаемые коллеги. Вот, например, те же школьные, вот система, вот уроки, школьные уроки. На школьных уроках вообще система, которую мы имеем в системе, вот классно-урочная система, она слабо ориентирована на формирование компетенций. Уважаемые коллеги, вы понимаете? Наша урочная система в основном направлена на формирование знания. Знание быстро устаревает, я вам еще раз вам говорю, что знаний сейчас появилось очень много. Это было время, когда знание считалось... Знания, очень энциклопедические знания считалось очень важным моментом при школьном образовании. Энциклопедические. Сейчас энциклопедические знания сильно не востребованы, уважаемые коллеги. Сейчас все можно найти в соцсети. Окей, Google задал любой вопрос, и тебе любую информацию выдают, уважаемые коллеги. И поэтому нашим ученикам, особенно тем ученикам, которые сейчас пришли и учатся в системе, в школе, это совершенно другое поколение детей. Это поколение Z, вы, наверное, знаете об этом. Это поколение, или еще, как говорят, это цифровые аборигены. Это мы все являемся цифровыми эмигрантами. Они родились в эпоху цифровых технологий, уважаемые коллеги, в эпоху цифровых технологий. И поэтому им вот классно-урочная система образования, им не интересно. Да вы сами видите, что они едят из-под палки на уроке, что им на уроках не интересно. Что они, вот эти знания, то, что написано в учебниках, и то, что это им не актуально. Вы знаете, что я хотел бы сказать, уважаемые коллеги? Вот эти дети поколения Z, вы зайдите в интернет и обязательно посмотрите, что за поколение Z. Это поколение, которое умнее нас. То есть, я имею в виду, более продвинутые нас. Они знают, они более практикоориентированы. Они знают, чего хотят. А и мы со своими подходами в системе образования просто-напросто их отторгаем от отторгаем их. У них формируется какой-то, знаете, вот барьер. Вот она, наша школьная система, создает какой-то барьер вот именно для таких детей. И поэтому, уважаемые коллеги, поэтому-то я сейчас, я, наверное, очень много говорю. Тут меня говорят, что я должен дать слово Гульнур Монголдоровне. Я, уважаемые коллеги, я сейчас, вот со мной рядом сидит, я дальше буду отвечать на ваши вопросы. Я хочу, чтобы, во-первых, вы побольше задавали вопросы, и мы с вами смогли ответить на те вопросы, которые будут поступать, вместе обсудили. Гульнур Магомедовна, буквально, что бы вы хотели добавить к тому, что я сейчас сказал, а потом мы перейдем к вопросно-ответной системе, чтобы они больше узнали про компетентностную систему. То, что я говорил, это просто маленькое вводное такое... к нашему вебинару. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодняшний наш вебинар посвящен теме «Компетентностный подход в системе образования». Мы рады, что столько участников присоединились к нашему вебинару.
После выступления доктора педагогических наук, профессора Кыргызбай Дүйшенбековича, большая просьба. Нас интересуют вопросы, как касающиеся как школьного образования, так и вузовского образования. Если у вас есть вопросы, начинаем задавать их, и мы постараемся дать вам полный ответ на ваши вопросы. Пожалуйста, у кого есть какие вопросы, связанные с проблемой компетентностного подхода в системе как школьного, так и вузовского образования? Мы ждем ваших вопросов. Спасибо. Людмила Мандоровна, уважаемые коллеги, конечно, если мне дать возможность, я буду говорить до вечера про компетенции компетентностного подхода, но я хотел бы послушать ваш. Что вас волнует? Мы постараемся более четче ответить на ваши вопросы, постараемся в силу нашей возможности. Пожалуйста, у кого какие вопросы по данной проблеме? Я слушаю. Микрофон включите и вопрос. Прежде чем включать, задать вопрос, включите микрофон. Есть вопросы? Уважаемые коллеги. Смелее. Уважаемые коллеги, это сейчас идет такое, вы знаете, неформальное общение. Кыргызча жооп бергиле, суроо бергиле, урматтуу кесиптештер. Кыргыз тилинде жооп беребиз. Кайсы тилде берсеңиз, ошол тилинде биз жооп беребиз. Пожалуйста, бере бергиле суроо. Микрофонуңарды эметип коюп, Жамиля Асанбекова дейт. Суроо бересиңерби, Жамиля? Пожалуйста, микрофонуңарды. Угулбай айтачтеке, микрофон. Угатабыз, Жамиля? Жеда ким башка? Гүлнура. Гүлнура. Здравствуйте. Саламатсыңарбы. Мен силердин отчествоңарды эметпей айтам. Гүлнур, мен баардын ардан улумун го. Ошон үчүн улу катары эле атыңар менен атыңарды айта берейин. Капа болбосоңор, макулбу? Атыңар менен мен кайрылайын. Сүйлөй бериңиздер. Гүлнура. Сатыбалдиева. Улбай айтат суроо. Кандай суроолор бар? Кандай көңгөйлөр бар? Башка да бар го. Сүйлөй бериңиз. Айгерим эле, сүйлөйбүз. Микрофонду өчүп коюп. Башка бир. Улуп атат, сүйлөй бериңиз, кана? Кайра өчүп алды. Можно я вопрос задам? Пожалуйста, задайте вопрос. Вот я учитель технологий ИЗО и черчения. Я бы хотела узнать. Вот мы получили в этом году... Уважаемые коллеги, можно потише, да? Мы получили в прошлом году новые книги, да, технология 5 классов, вот она, 6 классов. Хотела бы узнать, когда будут новые книги по технологии 7 класса? Жамиля, можно я буду просто вас называть по имени? Да, когда появятся новые учебники, как раз-то вот эти новые учебники сейчас проходят апробацию в школах. Как только они пройдут апробацию и получат положительный отзыв, отклик учителей, тогда будет пущено массовое производство, уважаемый Жамиля. Вы поняли, да? То есть прежде чем... После того, как учебник написан по новому стандарту, поэтому потом этот учебник обязательно проходит апробацию в школах. После апробации только идет массовый тираж. Массовый тираж, уважаемые коллеги. Точно так же хотела бы спросить насчет вот КРКМНР, то же самое, есть только 5-6 классов, только нету книги 7 класса. Точно так же ожидается, да? Точно так же, Жамиля, ожидается. И еще я хотел бы добавить, Жамиля, вы понимаете, да. Вот, что самое интересное? Вот все нужные предметы, которые человека делают человеком, это прежде всего вот ваш урок.
Уроки физкультуры, уроки труда, уроки ИЗО. Вот именно эти предметы, уроки музыки, именно эти предметы делают человека человеком. А у нас произошел какой-то перекос. Сначала стоят математика, физика, как будто все будут математиками и все будут физиками. Мы прекрасно знаем, уважаемые коллеги, что если человек рождается на этот белый свет, он обязательно рождается какими-то задатками. Задатки. То есть у вас джондомолог, арвирадамган. Бреунку математика джондому вар, бреунку гуманитарный предмет джондому вар, бреунку сюретка джондому вар. Ошон үчүн бардыгынан бирдей талап кылыш бу чоң, аябай чоң ката, урматтуу кесиптештер. Ошон үчүн бизде мы говорим, что компетентностный подход как раз-то и направлен на того, чтобы формировать то, что прежде всего заложено в ребенке, его начинать формировать, взращивать вот эти навыки и компетенции, которые есть в каждом человеке. А Арвир Адам, если он появился на этот белый свет, обязательно есть какие-то задатки. А вот наши стандарты, вот современные стандарты, когда все было ориентировано на знания, вот эти все стираются, все вот эти задатки. Вы понимаете? Тем самым мы уже тюнделя алтачава тауз. Кесир койвала. Спасибо большое за конкретный ответ. Так. Земля, что вы хотите? Все. А все, да? Пожалуйста. Все. Так, еще вопросы? Можно будет задать вопрос? Пожалуйста, Айгерим Талай. Здравствуйте. Так? Айгерим Талайбекова, да. Здравствуйте. Здравствуйте, я бы хотела... Я учусь русского языка и литературы. Я бы хотела спросить, какие будут вебинары по методике преподавания именно для детей-подростков в среднем звене, именно для молодых учителей? До конца. Айгерим, что-то мы не дослушали вас вопрос. Можете повторить, пожалуйста? Методика преподавания. Будет ли внедряться методика преподавания именно в виде вебинаров, я не знаю, может быть, офлайн для молодых преподавателей именно к дистанционному обучению для привлечения интереса подростков, да, в среднем звене? Да, Игорем, вопрос очень хороший. И я в прошлом году, меня приглашали вот техникуму, училище. Я ездил специально, проводил до коронавируса, специально меня приглашали, я проводил семинары, связанные с формированием компетенций, компетентностного подхода, формированием конкретных профессиональных компетенций во многих училищах нашего Кыргызстана. И я надеюсь, что так как мы сейчас не можем встречаться, и вы не можете меня пригласить, наверное, мы вот планируем у нас в центре в течение года провести несколько вебинаров, именно связанные с формированием профессиональных компетенций в училищах подросткам 14, 15, 16 лет. Это оно не училище, оно учитель школы. Учитель школы? Ну, учитель школы... На повышение квалификации. На повышение квалификации, да. Если вы учитель школы, то, конечно, этот период... С 14 до 17 лет это очень сложный период. Мы, конечно же, будем говорить о психических возрастных особенностях детей именно этого возраста. Но сейчас, если я начну про это говорить, я просто-напросто буду говорить и говорить, Тогда вот, лучше было бы для этого отдельно провести вебинар. Вы понимаете? И мы вам обещаем в ближайшее время... именно по возрастным особенностям провести вебинар по формированию компетенции. Хорошо, договорились, Гульджамал? Вы просто следите. Я обязательно запишу ваш вопрос. Еще можно будет спросить? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, этот, например, вебинар можно будет посмотреть потом, да? Просто я сейчас, например, в пути. Будет ли ссылка? Обязательно будет ссылка. В Фейсбуке. И Google. Хорошо, да? Спасибо большое, что проводите такие вебинары. Спасибо вам, девочки.
В основном здесь почаще, я говорю девочки, мужчины, несколько мужчин только вижу. В основном девочки представляют сегодняшний наш вебинар. Спасибо. Пожалуйста, давайте вопросы, еще вопросы, уважаемые коллеги. Вопросы? А можно будет еще один вопрос? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. А можно будет вот именно не для конкретно подростков, да, а в целом для молодых учителей просто отдельный вебинар? А, пожалуйста, будет, давайте. Семинар. Очень хорошее предложение, Игорь. Молодец. Мы именно для молодых преподавателей, которые хотели понять суть компетентностного подхода в образовании, давайте сделаем отдельный вебинар. Вы понимаете, сейчас, чтобы вот наглядно показать компетенции, компетентностный подход наглядно, для этого надо ряд семинаров. Сегодня только вводная часть компетенции, компетентностного подхода. Вводная. Потом мы с вами разберем конкретно, допустим, я сам филолог, прям на занятии, допустим, литературу, как формируются компетенции, предметные компетенции, я имею в виду. Как на уроках русского языка или кыргызского языка формируются предметные компетенции. Я заканчивал Московский университет, я по специальности филолог-русовед. Тем не менее, кыргызча для орысча, для джоопер, айтып сүйлеверем. Вот я тоже как филолог русского языка и литературы, да, мы закончили 2 года назад, только в этом году начали работать в школе, и, как вы понимаете, проблем очень много, вопросов очень много, а именно вот обучающие семинары, мы нуждаемся в них, а их пока нет. Вот. Да, обязательно обучающие семинары проведем, я же сказала, Айгерим, именно с молодыми преподавателями конкретно, тогда в течение недели мы объявим, это одного дня не хватит. Когда мы с вами конкретно начнем по каждому предмету, я с вами согласна. По каждому предмету научим вас, как формировать эти компетенции, выделять компетенции. Потому что при разработке тех календарно-тематических планов, которые вы в начале года разрабатываете, мы уже должны там заложить, что после там, обучения в течение первого семестра, допустим, первой четверти, какие должны быть сформированы предметные компетенции. После второй четверти, какие должны быть сформированы. В итоге, после окончания школы по вашему предмету, должны какие компетенции сформированы. Хорошо, к сожалению, в стандартах они очень слабо представлены, в современных стандартах, уважаемые коллеги. Что очень прискорбно, что и в календарно-тематических планах, которые разрабатываются вами, там очень мало внимания уделяется, в общем-то, формированию компетенции. Я смотрел некоторые календарно-тематические планы, они составлены традиционно. В основном эти планы направлены на формирование знаниевых. Пожалуйста, Татьяна. Татьяна, я вас слушаю. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, вопрос. Погромче говорите. Говорите, Татьяна. Можно будет, да, вопрос? Да, я слушаю. А можно будет составить общий календарный план именно по всей республике, а не так, чтобы каждый учитель едино составлял, да? Чтобы в целом один был, чтобы МОИН вот так вот выделяло, и чтобы по нему работали. Проще было бы. Вы знаете, Татьяна, Айгерим, вот что я хотел бы ответить на по этому вопросу. Когда ко мне учителя обращаются и говорят, вот вы могли бы составить календарный тематический план. Вот здесь сидят мои коллеги, которые, вот они знают, что в советское время, мы, в общем-то, выходцы советской системы образования, чтобы министерство спускало календарно-тематический план, такого не было. Каждый учитель составляет, разрабатывает календарно-тематический. Это индивидуально. Вы понимаете? Календарно-тематический план разрабатывается не шаблонно, а исходя из конкретного класса. Какой класс? Вот в этом классе, допустим, в этом году вы Пушкина дадите столько часов, потому что подготовка такая-то. Некоторые моменты вы убираете. То есть календарно-тематический план – это более интимное, это личное. Это должно быть составлено каждым учителем.
Уважаемые коллеги, для каждого конкретного класса, например, в 5А вот такой календарно-тематический план, а в 5Б такое, потому что в 5А учатся такие дети, а в 5Б учатся такие дети. Вы понимаете, в чем дело? Или когда просят вот какую-то общую, единую сделать календарно-тематический план, конечно, мы можем это сделать, но мне обидно, что мы просто-напросто вашу работу мы забираем себе. Это чистая прерогатива учителя конкретного, конкретному классу. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста, пожалуйста. Татьяна Макар, пожалуйста, вопросы. Кто? Вопросы? Вебинар бізге абдан жағуада. Сіз азыр айттыңыз ба? Жана календарды план, календарды план. Конституцияның негізінде түсіндір. Бұл 2010 жылдан бастап жүргізіліп келеді. Ең негізгісі, мен ойлаймын, жаңағы кластың мүмкіншіліктеріне жараша, мұғалімдердің, оқушылардың психологиялық қана мұқтаждығына жараша календарды планды түссе, ошондо бардык нерседе игиликтүү болот го деп уктур айтасыз, сизге 100% кошулам. Мисалы үчүн математиктер үчүн өзгөчө жанагы практический иштерди көбүрөөк жүргүзүп, анан ошол жердеги окуган окуучулардын психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алып, анан ушундай заданияларды түзсө, биз деген сөзсүз игиликтерди жаратабыз. Көптө деген атса, мен например көп нерсени алып атам, анткени кээбир нерселерди дайындап атам да. Ошондуктан ушундай вебинарлар көбүрөөк өткөрүлүп, анан бири бирибизге тажрыйба бөлүшүп деп ойлойм. Андан сырткары мугалимдердин чыгармачылыгына жараша түзүлөт календардык план. Мугалимдердин өзүнүн чыгармачылыгына жараша түзүлгөн календардык план мен жогорку деңгээлде план деп эсептейм. Мен дедім, ай, башқасы қалек болып. Мен дедім, дайлар болып, сіз тұр айтып отасыз. Біз үші сіздің айтқандарды қабыл алып жатамыз. Календардық план деген, ошол предметтен берген мұғалімдің шығармашылық іші да. Туп тұр айтасыз, туп тұр айтасыз. Шығармашылық іші да. Анам келгілер түші оды, календардық планды мұнар алып. Китептен барақтап түзеді, ал тұр емес. Программа тұрсын жанында, учебный китептері тұрсын жанында, қошымша аяттар тұрсын, анан ин стандарттың негізінде чықитып түзіп алған мұғалім, мұнықты мұғалім. Дұғыр айтасыз. Ола, интеллектуалдық деңгейінде жараша, интеллектуалдық деңгейінде жараша, оқушылардың психологиялық мұқтаждықтарын аябай еске алса, Дагы бир сизге ишиңизге ийгилик, ден соолугуңузга рахмат. Календардык планга мугалим өзүнүн чеберчилиги менен 20% өзгөртүү киргизсе болобу? Болот. Рахмат. Болот. Чоң рахмат. Болот. Урматтуу кесиптештер, мен ушул тежакта бурушта Токтакан, Мамырова, анан дагы ушул коллегалар отурат. Эми силер молодец экенсиңер, баракелди экенсиңер. Эмне сеңер туура айтасыңар. Календарно-тематический планды ар бир мугалим өзү түшү керек. Ошол класска карата, алардын возрастына карата, айылдагы балдардын бир календарно-тематический, шаардагы өзүнчө болуп кетиш керек. То есть именно с учетом психологических возрастных особенностей класса составляется календарно-тематический план. Биз мына жакын арада ошол календарно-тематический пландын бир кичинекей бир образецин силерге жөнөтөбүз. Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтында көрөсүңөр. Кандай компетенцияны ошол календарно-тематический планга кандай киргизиш керек? Анан ошол компетенцияны жөнлө мындай сөз менен, жалпы сөз менен айтып койбой, азыр баягы стандартта жазылгандай. А так дана айтып, мына биринчи четверть биринчи чейректе ушундай ушул калыптаныш керек. Анан ошол калыптаныга ошол сабагыңарды ошол календарный
пландағы сауаларды ошоған алып барышыңар керексіңер. Мына ұшыл черекті, ұшыл компетенциялар қалыптанатты. Бүт сабақты ошоған ұққа бару, бұрып, анда кластан өтесіңер бал сабақты. Тыштан өтесіңер, тоғдан өтесіңер бүсілердің еркіңер. Самое главное сформировать компетенции. Билей сингар усатта, ойной сингар ва. Брок, ушел компетенция, ушел черек на ягнда, халтанш керек. Ушел гаратан, ан баях оценочные тестерды дага, иштеп чыгыш керек. Так, дага сурау урматы кестер. Гесикологдан көп сүйлеп койбата токшойм. Саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы. Ме, бізде дағы бір сұрау олат атта азыры. Ушыл оқу жылынан баштап алгебра сабағы менен геометрия сабағын журналға бір бараққа жазғылады екен деп жатастырды. Ушыл қандай болуш мүмкін. Да, мисал үшін алгебра үшін өзінші саттар кетчі, же геометрия үшін өзінші кетчі жанан. Ушыл оқуын біріктіріп жазғылады атта бұл қандай болуш мүмкін. Мұндай де ойлайым да, еме бұл министерлік... Еме біз мұндай екенбіз. Бізде сейчас командно-административная система управления депоят. Ухтунарды түшіндің орғылы деп атам, а? Министер емін айтты, ошону атқарыш керек екен дейді. Бірақ мен ойым мұндай да орматты кестештер. Еме алгебра деген алгебра. Ана өзінші ба, жашқа. Геометрия деген геометрия. Геометрияның өзінің предметі өзінің емесі бар да, білесің әртті. Арби геометрия менен алгебраны эми көп жерлери кошулат бирдей эле. Бирок бул эки багыттагы наука да. Демек эки багыттагы наука болуп атат. Бирок ошону математика деп туруп эле бир эле журналда бир эле толтурууга деп атат да азырчы. А эмнеге билер эмне? Журналда кагаз аз бекен. Билбейм мен ушу боюнча. Урматтуу кесиптештер, мен просто мен өзүм жеке оюмду айтып атам. Мен жеке ойым. Ушул алгебра өзүнчө болуш керек, геометрия өзүнчө болуш керек. Бирок мугалимдер бар, геометриянын өзүнүн эмеси бар да. Мен жооп берип коеюнчу. Менде да ушундай эме болуп атат, ойлоп пайда болуп атат. Сизге чакырды жол чоң рахмат. Физика сааты кыскарган. Анан биздин Ысык Көл областында чоң көйгөй болду да. Интегрилешкен физика жана астрономия деген темада журналга жазгыла. Анан экөөнү интегрилештирип туруп, чогуу жумасына 100 саат кылып өтөсүңөр дегенди сурап атат окуучулар эме мугалимдер. Анан биз интегрилештирип түздүк аны. Бирок журналга башына физика жана астрономия деп жаздык. Астрономиянын сааттары экинчи чейректин аяк жагынан баштап кирди. Ачейин экинчи чейректин аягынан үчүнчү чейрек толук кирип, аягы дагы физиканыкы менен кетти. Физиканыкы үчүнчү, анан төртүнчү чейрекке кетти. Ушундай интегрилештир да, анан азыр математика менен геометрия деле ошондой болсо болот го дейм. Анда урматтуу кесиптештер, эми сиз туура эле түшүнүп атасыңар. Мындай да, мына жаңы стандартта 14-нчү жылкы кабыл алынган жаңы стандартта аякта эң эле бир экинчи чоң талап бул интеграция учебных предметов. Билесиңер, ошол стандартта 7 образовательный область бар. Биринчиси тил, математика, технология деп 7 образовательный область. Ал эмне үчүн, почему было разделено на 7 образовательных областей? Основная задача заключалась в том, тоже, например, образовательная область язык. Если образовательная область язык стоит, значит учитель, школа имеет право, уважаемые коллеги. Например, если они хорошо знают кыргызский язык, побольше уделить внимание на русский язык, побольше уделить внимание на английский язык. Вы понимаете, да? То есть вот эти образовательные области разделены для того, чтобы интегрировать внутри образовательного области, интегрировать учебные предметы. Но, к сожалению, это сейчас многие еще не поняли, не осознали. Именно было разделено для того, чтобы внутри образовательной области интегрировать предметы, уважаемые коллеги. И школа своим решением, педсоветом, допустим, говорят, вот бизде орыс тилди баардык балдар жакшы билет деп, допустим, например,
орыс мектептерде, орыс Бишкектеги мектептерде көбүнчө балдар орусча сүйлөйт да. Кыргыз тилди начар билишет. Демек ошол орус тилди жакшы билет, демек кыргыз тилге сабакты көбүрөөк бериш керек деген мамиле чыгып атат да. Же болсо англис тилге көбүрөөк бериш керек деген. Бирок ошондой кылып айтпайсыңар силер. Баягы жерден канча бөлдү базисный учебный план, ошону менен эле силер так ошону аткарып келе атпайсыңар ба? Ошого таянып эле иштеп атабыз, аракет кылыпчы, дагы бир нерсе. Мен география предметинен Калиманды Нушалиевага чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет, потому что аны жазылган жана бизге берген методикалык рекомендациялары, методикалык рекомендациялар абдан жагат. Ошонун негизинде көп иштер жүргүзүлүп атат. Рахмат, рахмат. Жакшы. Дагы суроо барбы? Суроо урматтуу кесиптештер, суроо. Урматтуу кесиптеш, суроо дагы, суроо. Можно вопрос, да? Да, Айгерим. Скажите, пожалуйста, вот внедрили нам в этом году в 5 классе русский язык комплекс и русский язык он отдельно. Что вы можете про это сказать? Один урок в неделю получается. Как счет? Повторите, пожалуйста, Айгерим, погромче. В 5 классе у нас есть русский язык обычный и русский язык ваша, комплекс. Что вы знаете, можете насчет этого одного урока сказать? Сливается. Язык комплекс. Русский язык комплекс. Там кто-то говорит, мешает вам. Я ничего не могу расслышать. А теперь? Вот теперь говорите. Русский язык в школах, в русских классах, русский язык и русский язык комплекс. Что вы можете насчет этого сказать? Как? А, Герим, а вы в какой школе работаете? В средней. Как? В средней школе. Третьей школе. Русский язык комплексный и русский язык отдельный. Нет, уважаемые коллеги, понятие комплексный русский язык я первый раз слышу, Айгерим. В базисном учебном плане мы прежде всего должны выполнять документ, утвержденный по линии министерства. В базисном учебном плане понятия комплексный русский язык такого нету. Есть понятие практический курс русского языка и есть просто русский язык. Вот такое понятие есть, а понятия комплексного нет. И поэтому я вам скажу, что такое понятия нет. А практический русский язык тогда чем он отличается от обычного русского языка? А практический курс русского языка отличается тем, что там почти фактически не изучается теория. Я скажу такое. Не изучается теория. Все отрабатывается на примерах, на практике. Там в основном на практических занятиях русского языка грамматика дается функциональная, а не формальная грамматика. Вы поняли, да, Игорь? Функциональная грамматика дается. Хорошо. Вы поняли, что такое функциональная грамматика? Например, хорошо. Я сегодня пойду в школу. Вот в предложении «я сегодня пойду в школу» какие грамматические категории принимает учащий, чтобы правильно сформулировать данное предложение? Вы поняли, да? Это кратце. Придите ко мне, я вам полностью это растолкую. А куда можно подойти? В любое время, Игорь. Я работаю в Кыргызской академии образования, директор Центра педагогической науки и профессионального образования. Я сам филолог. Закончил Москву. Хорошо, университет. Спасибо большое. Обязательно придем. Ну, давайте тогда, пожалуйста, вопросы. Чат тоже. Чат-то. Календарно, поэтапно расскажите, семинар проведите, дейт. Ну, это уже ответили. Так, уважаемые коллеги, вот здесь в чате появилось очень много вопросов. Я хотел бы, тут целые большие вопросы, например, когда вы проведете семинар по календарно-тематическому плану, я готов любое время провести. Только одного семинара здесь недостаточно. Я хотел бы, допустим, по тот же математику взять и прям конкретно, поурочено расписать вам на примере той же математики, на примере той же литературы, расписать, как правильно составить календарно-тематический план, исходя из вашего класса. Сначала надо знать психологический портрет
психолого-педагогический портрет вы должны четко представлять того класса, для которого вы составляете календарно-тематический план. Вот тогда у вас вы добьетесь очень хороших результатов. Но я думаю, в ближайшее время побольше дайте заявки на такое, вот на такое предложение. И мы готовы с вами четко, прям поурочно разработать по каждому учебному предмету, разработать календарно-тематический план. Я просто вам покажу механизмы, как правильно разработать это все. Так, пожалуйста, вопросы. Вопросы. А, еще тут в чате есть такие вопросы, ну, все связано, календарно-тематический план. Почему-то все в этом году... Вы знаете, уважаемые коллеги, я календарно-тематический план понять о чем? У нас в Кыргызстане только эта проблема поднимается. Во многих других странах эта проблема вообще не поднимается. Потому что это мугалимдин намызы, если хотите знать. Каждый учитель старается, если, допустим, чет мамлекетте мне ушел план меня не читать, они бы оскорбились бы. Вы понимаете, да? Сказали бы, что ты лезешь в мое дело, давайте. А у нас готово, чтобы им календарный тематический план. Это же позор. Вы должны это сами составлять, исходя из вашего класса. Еще раз повторяю, уважаемые коллеги. Так, ну, в общем-то, наш семинар подходит к концу. Да. Во-первых, вы хотите сделать обобщение? Да, небольшое обобщение. А, пожалуйста, Гульнур Монголдоровна просит слово. Уважаемые коллеги, спасибо за ваше активное участие в нашем вебинаре. И в конце нашего вебинара хотела бы сделать небольшое обобщение нашей темы. Темой нашего вебинара сегодня был компетентностный подход в образовании. И мы сегодня хотели обсудить данную проблематику, но у нас обсуждение прошло немного в другую сторону. Давайте еще раз скажем о том, что сейчас в системе образования, как правильно сказал Кырызбай Дүйшенбекович, знаниевый подход уступает место компетентному подходу. Мы пришли к такому мнению, то есть все и преподаватели, и учителя, что компетентностный подход в образовании – это должна быть целевая ориентация учебного процесса на формирование компетенций. В завершении нашего вебинара мы хотели бы отметить характерные признаки, которые присущи компетентностному подходу, и чем они отличаются, эти характерные признаки, от самого традиционного подхода, того подхода, той системы образования, к которой мы привыкли. Посмотрите. Значит, при традиционном подходе основа содержания образования представляет собой совокупность понятий, законов, правил, теорий. При компетентностном подходе основа содержания образования – это общечеловеческий свод опыта решения проблем. Если при традиционном подходе учитель ставит вопросы «что» и «почему», и на эти вопросы отвечает вместе с учениками, то при компетентностном подходе эти вопросы заменяются на вопросы «зачем» и «как» решить данную проблему. Если при традиционном подходе методы и формы обучения подчинены учебному содержанию, то при компетентностном они используются как самостоятельные средства достижения определенных педагогических целей. Большое отличие наблюдается и при применении знаний и умений, которые используют ученики в процессе обучения. Если при традиционном применении знаний и умений ограничивается учебными ситуациями, то при компетентностном подходе знания и умения, применение знаний и умений проводится в ситуациях, приближенных к жизненным ситуациям. Основной результат обучения при традиционном – это знания, умения и навыки. А при компетентностном подходе – это осмысленный опыт деятельности. То есть умение применять знания, умения и навыки при любой изменившейся ситуации. И затем при традиционном обучении жизненный опыт учащихся сформируется стихийно, то есть за пределами учебного процесса, это касается жизненного опыта, то есть как он может применить те знания, умения, навыки, которые приобрел в школе,
если он находится вне учебного заведения. А при компетентностном жизненный контекст и формирование жизненного опыта вводятся в рамки учебного процесса как его значимые элементы. И еще что мы хотим добавить, что... Линейное управление... Слышно, да? Нас слышно? И при знаниевом подходе школа учит учеников, и, да, и в ВУЗе тоже учит учеников полагаться в основном на свою память, а при компетентностном школа, а также ВУЗ учит человека полагаться только на свою самостоятельность. Это мы хотели обобщить, вот ту информацию, которую мы сегодня сказали, а сейчас передаю слово Кыргызбаеву Шимбековичу. Уважаемые коллеги, проблема компетенции, компетентности подхода – это, в общем-то, непочатый край, и поэтому, наверное, будем так считать, что сегодняшний наш вебинар – это первый вебинар в этом направлении, и таких вебинаров, наверное, уже конкретно по предметам для начальной школы, для основной школы, для старшей школы, для системы высшего профессионального образования, наверное, придется провести несколько вебинаров, связанных с компетенцией и компетентностного подхода. Конечно же, уважаемые коллеги, я всех, вот на одном вебинаре, я снова повторяю, все донести до вас будет просто невозможно, и поэтому я прошу, чтобы вы следили за теми вебинарами, которые будут связаны и где буду участвовать я на сайте Кыргызской академии образования. А всем вам, которые сегодня приняли участие в нашем вебинаре, я хочу поздравить с наступающим праздником учителя. Скоро этот праздник будет. Всем желаю здоровья, уважаемые коллеги. Вы самое главное лицо Кыргызстана. От вас зависит будущее Кыргызстана. От вашего, именно от того, как вы дадите знания. И поэтому, аман есен болгула, бүйөдө Кыргызстан сактасын, ушундай илдеттер биздин Кыргызстанга көп жабышпасын, урматтуу эстештер. Бунун баардыгы биздин колубузда. Аман есен калгыла, ийгилик ишиңерге, өмүрлөрүңөр узун болсун. Ушун менен бүтүрөлүп, жакшы калгыла.